Друзья, замечательная новость для всех любителей Subnautica, которые по разным личным причинам не могли или не хотели приобрести лицензионную версию оригинальной игры в Steam и обходились какими-то взломанными, устаревшими торрент-версиями со сторонних источников. Больше вам это делать не нужно. Дед Мороз услышал ваши загаданные желания и совместно с Unknown World Entertainment сделал в магазине Epic Games подарок для вас к Новому году. До 27 декабря этого года вы можете скачать и установить оригинальную Subnautica совершенно бесплатно. Сразу отвечу на ваши вопросы и комментарии. Да, друзья, это лицензионная версия игры, которая даже после окончания акции останется для вас навсегда бесплатной и будет обновляться в соответствии с выходами новых апдейтов от разработчиков. Так что, господа пираты, теперь вы можете очистить свою карму и совесть, играя в любимую игру совершенно легально, не боясь крашей и вылетов и получая самые последние апдейты совершенно бесплатно, которые, несмотря сейчас на усиленную работу студии над продолжением Below Zero, все равно будут выходить по заверениям разработчиков. Ссылка на магазин Epic Games будет размещена под видео. Это ни в коем случае не реклама, мне за это никто не платит, это мое личное желание помочь обрести лицензионную версию этого шедевра ребятам, которые не могли себе это позволить сделать раньше. Спешите, время ограничено. Кстати, на днях там началась королевская битва, это бесплатный PvP режим в игре Fortnite, рассчитанный на 100 игроков. Гигантская карта, боевой автобус, стройте, разрушайте и отрывайтесь по полной. Бесплатно скачать и установить, как вы поняли, можно все там же в магазине Epic Games. А для гостей и новых зрителей хочу сообщить, что на канале Only Top Games регулярно выходят серии новостей касательно предстоящей Subnautica Below Zero. Вышло уже 10 серий и 11 выпуск в стадии финального монтажа. Поэтому, если вы хотите узнать о строительстве новой базы, транспорте, новых существах, растениях и даже сюжете Subnautica ниже нуля, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, таким образом вы не пропустите следующих новостей о Subnautica Below Zero, а также обзоров и прохождений, как только игра появится в раннем доступе. Кому информация о лицензионной Subnautica оказалась полезной, можете отблагодарить автора, поставив палец вверх, и, конечно же, до скорой встречи в очередных новостях о Subnautica ниже нуля.